Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Вас приветствует канал Алексей Михайлович. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Мы будем очень вам рады. Вот, сегодня нам пришла вот такая посылочка из Китая. Вот, это я заказывала в китайском магазинчике. Вот такой себе кулончик. Кулончик из серебра с жемчугом. Вот мы сейчас его откроем. Вот такой вот он пришел. Кулончик. Вот такой вот этот. Вот такой кулончик серебра. Он, значит, с жемчугом. Жемчуг темный. Объясню, почему темный. Потому что я заказала еще себе сережки. Я попозже еще вам тоже расскажу о них. Они еще к нам не пришли. Вот. И вот, чтобы был комплектик, вот такой вот кулончик, значит, и темненький жемчуг. Вот такая вот. Вот такая цепочечка тут небольшая. Цепочка не очень большая. Ну, в смысле, она не очень, как сказать, небольшого размера. То есть можно тут, если что, еще добавить, и она будет подлиннее. Вот такой вот. Надеюсь, что будет носиться хорошо. Спасибо, дорогие подписчики, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Алексей Михайлович. Вот, в следующий раз я расскажу вам еще о сережечках. Они практически такие же будут. С темным жемчугом тоже. Это будет комплектик такой.